Тут стоит народ. Ты смог найти меня. Санакин. Увидеть Санакин, по-моему, что победил этот, да? А, как-то. Тьма. Да, тьма победила. Еще раз вопрос. Давай я пробую написать. Давай. Правильно. Правильно. Пиши, Семен. Какой прям ответ? Сразу тор кинули. Нужно, чтобы в семи печатях победила тьма. Но это, по-моему, все знают, не знаю. Ай, дай сою, Семен, быстрее. Ну там же как? Там светлые, да? Там три каких-то имени. И темные тоже три. Я просто да, знаю, кто что... на месте? Да не кидай этих... тор, кинь, да и все, вникс. А, у нас пати. Короче, там такая фишка, что... Когда побеждает свет, как обычно, вот в семи печатях, то там стоит этот Лилит в катах под Аданом, в некрополе в конце. А когда тьма побеждает, то тогда Анакин там появляется. Какой ответ? Когда в семи печатях побеждает тьма, правильно? Да. Ну, я вообще Анакин... написал, нужно, чтобы победила тьма. Но я такой крепишный весь. Я написал, что нужно, чтобы в семи печатях победила тьма. Но это нам повезло, на самом деле, то, что мы знаем этот ответ. Ты напиши, что это не совсем как бы башня. Кто там в стенке общался? Ну вот в описании истории написано, что это башня, построенная туры-пыры. Но это спорный момент. Когда... Пускай пишут, что башня. Зачем нам? Мы-то уже догадались. Пускай все по Евритовер бегают, ищут. Нам-то что? Ну вообще да, меньше конкурентов. Все, я получил третий этот самый. Короче, я в Геран протонулся, тут буду ждать. Давайте это самое, на самом деле распределимся. Потому что, может, где угодно. Да, надо распределиться нам с вами. Я так думаю, то, что они скорее всего. Вы понимаете, такие места выбирают, вот опять же, да, не очень хорошие. Вот. Сейчас я напишу, кстати, Тинке, то, что обелиск — это не башня. Не пиши, не надо. Ну ладно, хорошо. А то еще сейчас скажут, ой, точно. Давайте напишу, что это обелиск Победы, и он стоит на острове. И он стоит где-нибудь на территории Грации, да? Которой нет C4. Как-нибудь так. Сои закупите пока. И ой, у меня, блин, здесь напряг. Ну, 9 штук сои у меня есть, мне хватит, я думаю. Так, короче, я перемещаюсь. Грауль в Геране. Я в Адане. Может быть, кстати, четвертое для неожиданности где-нибудь быть в Годдарте, в Руне, в самой жопе, чтобы прям... Значит, последнее будет четвертое. О, четвертого уводит. Видать, кто не успел, сейчас кто-то опоздал. Значит, четвертый НПС будет на очень малое время появится.
Ну да. Надо, короче, так где-то. Что, давайте. Короче, надо бутылки. В Геран. Надо в Геран топать. Потому что от Герана в любую точку быстрее всего добраться. По времени. Ну я так и сделал. Ну, сначала готовьтесь от. Нет, гуглить. Нет, я видео пишу, так что это без меня как-нибудь. Понятно, ладно, 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 тогда я буду. Так, ну и последний НПС. Ну, он последний, он предпоследний, получается, потому что мы еще будем сдавать эти фрукты кому-то там. А, это в правилах так написано? Ну, там было написано, оговорено то, что будет 4 фрукта, их нужно будет кому-то там отнести. Я знаю, я помню то, что она вначале написала. Дьявольская. А, все, это. Этот самый. Да-да-да, руна. Это точно? Да-да-да. Руна лес мертв. Лес заупокоенных в русской версии. Днем и ночью разные мобы. Тебе похера. А, я даже знаю, какое ТП. Скорее всего, это Entrance to the Forest of the Dead, скорее всего. Нет, нету. В деревне нет, что ли? Курсит Дьявольская долина, они написали. Дьявольская долина? Дьявольская долина. Какая у нас Дьявольская долина? Ну это Dead Pass может быть. А, кстати, да. Там мобы не меняются, погоди, нет, там мобы не меняются. Death Pass. Нет, Death Pass это как бы, это Pass это как проход, это не долина. Последний НПС написали ник. Есть, короче, проход между этим, между руной и какого, и Годдардом. Называется, как она, Devil's Pass. Там, по-моему, тоже мобы меняются, если не ошибаюсь. Да. Короче, нам куда-то туда надо прыгать. В деревне, смотрите, в деревне кто-нибудь обязательно. Я лечу в деревню. В Курзет Виллидж или чё? Да. Ну давай, короче, я не знаю тут. Ну тут там по лесу нужно. Кстати, скорее всего там. Блин, там я пробегусь, короче, пройти, слушай, я пробегусь. Лесу. Валдис тут. Валдис тут. Тишина. Он был, нет, вообще. Где Валдис, вы заебали? Ну на приколе, блядь, или чё за нахуй? Я не пойму нахуй. Мак, ты выпил что ли мешка или чё? Да выиграл, да, выиграл. Короче, давайте все Forest of the Dead и по таргету искать. Давай, давай. Чего там, ну бы, чего там ищете? СВС нужен кому-то, нет? Мы нашли тебя. Мои набойски. Я оставлю, блин. Где мой Валдис, бля, заебали. Валдис пошел праздновать. Нахуй, ну, гад. Блин. Почему только долина? Не знаю. Бля, зарутал моб, спасайте. Блин, спасайте. Знаю, хорошо сказал, спасайте. Символ Паскаль, ты почему не впатил меня? Я у тебя в пати вообще. Или, короче, или, а чё я тебя спасаю? У меня, а у меня пушка НГ. Парни, а вы орф убили? Подведи ко мне, подведи ко мне. Я убью.
Орф убили, нет? А когда она? Криты дай. Вот на что. Когда она? Утром быть должна, друг. Ну, короче, на пизде с тобой тут. Я тоже зарутали. Убегай. Да убегай, я сейчас сдохну. Чё тут? Ты не палил, да? Нихуя не палил. Да я, блядь. Да. У тебя палер есть на орке? Да. Ну пальни, ебать его. Нету сейчас. Друг с ней. Нету, да? Блять, тут народ по всему лесу бегает, помирает. Напишите Оле Лукой ПМ, а то он мне написал, что мой, за мой первый ПМ, скорее всего, мне за первый приз. И походу мой ПМ единственный. Ага. Модератор, блядь, канала. А ты что, нашел что ли, или что? Нет, я просто Оле Лукой написал ПМ, все. Так, СМД ты бафните. Кому в ПМ ты написал? Оле Лукой, ну вы чё, не читаете хирочат? А чё? Бегает по ивенту, ПМ Оле Лукой. Блять, а где он? Так, тебя бафнуть, что ли? Чё молчишь-то? Да-да.